Представьте, пожалуйста, имя, фамилия, название команды. Василий Прожил Транс, помощник капитана, скажем так. Василий, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру. Ну, игра была довольно-таки равная. Были моменты, как и у тех, и у других. К сожалению, мы много своих моментов не реализовали, позволили противнику сделать больше в атаке. Но мы развиваемся, растем, и думаю, что в следующий раз будет лучше. А какие моменты, на ваш взгляд, сегодня не получились? Не получился последний пас в атаке у нас, в частности, и в защите немножко не особо играли, теряли игроков, позицию проигрывали. Оптимистично смотрите в будущее? Да, конечно, еще есть возможность зацепиться, побороться, забрать какие-то очки,